Это новости в форме. С вами Анна Чижлитыш. Добрый день. Белорусский контингент в составе более 250 солдат и офицеров убыл в Таджикистан для участия в совместных маневрах с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Боевое братство-2021». В ходе масштабной тренировки на полигоне «Харб-Майдон» пройдут учения «Эшелон», «Поиск» и «Взаимодействие». Вся нынешняя неделя в Беларуси проходит под знаком Дня Матери. Приемы, концерты, благотворительные мероприятия – все для них любимых. По традиции, со сцены Центрального дома офицеров слова уважения и благодарности прозвучали в адрес солдатских матерей, вдов воинов, погибших в локальных конфликтах, женщин-военнослужащих. В соединениях и воинских частях также чествуют хранительниц домашнего очага. Командиры благодарят матерей за воспитание сыновей. На полигоне Брестский и Ружанский проходит двустороннее учение подразделений сил специальных операций. Голубые береты из Витебска работают на земле и в воздухе, а противодействие им оказывают десантники из Бреста. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси и в наших социальных сетях. До встречи!